Друзья, огромный привет! Сегодня я рад вернуться с новым выпуском Божеств Dota 2. Сразу два момента. Хорошая новость и плохая. Начнем с десерта, то есть с хорошей. Вам понравилась линейка Божеств, и я, увидев ваш фантастический фидбэк, принялся делать новую часть. Продолжайте дальше толкать интересные вам рубрики, ведь я стараюсь для вас. А теперь плохая новость. С выхода малыша Инвокера прошло уже 7 дней. То есть реплики до сих пор не опубликовали. На ум приходит лишь одно слово – безобразие. С каждым разом любителей лора Доты обделяют по полной. Насколько вы помните, фразы Аркана Шейкера потребовалось ждать 5 дней. Но неделя – это уже ни в какие ворота. Поэтому буду вас радовать другими линейками. Ну а как только выйдет, я естественно сделаю детальнейший разбор. Хватит грустить. И давайте же начнем вторую часть Божеств Dota 2. Народ, ну чё, уже успели заценить новый образ Инвокера? Вроде как шикарно, а вроде как 8000. Но на тесте дроп этого самого Инвокера можно выбить ровно в 55 раз дешевле. А также Аркануна Шейкера, Голова Акса и, может быть, даже мини-Аэгис или статуэтку Рошана. Кейсы всего от 9 рублей, а при выигрыше баланс просто закинут тебе на Steam. Ну а чтобы было еще больше шансов, держите промокод на халявный кейс и плюс 15% к пополнению баланса. Тести дроп. Шансов больше, чем у Габена. Сегодня я хотел бы с вами рассмотреть целых двух божеств. Начнем со Всезнающего. Его часто называют Всезнание или Всевидящий, но в моем понимании это немного неправильно. Жрецы Всезнания — это все-таки фракция, а вот их наставник и путеводитель по жизни, то есть божество, именуется как Всезнающий. Давайте так и продолжим привычно его называть. Всезнание любит всех нас! Всезнающий является почитаемым божеством жителей мира Dota 2, хотя немногие из них когда-либо видели его своими глазами. Это имеется в виду и про нас, то есть, проще говоря, официальных артов нет. Но если некоторые жители действительно считают, что Всезнающий — это правильный путь, то другие поселенцы махнут на них рукой и скажут «клятые фанатики». «Крылья Всезнания нас укроют!» Омни Найт с раннего детства служил ордену, посвятившему себя подвигам во имя Всезнания. Много лет он был рыцарем справедливости и никогда не ставил свою веру под вопрос. Их дело было правым, а тот, кто был не с ними, тот был против них. Однако шли долгие годы крестовых походов, и с каждым таким событием он терял друзей детства. Они умирали в засадах и под натиском ужасных погодных условий далеких стран, а также всевозможных болезней, и вся сила, которая исходила от его божества, это лишь вера в него. Так, шаг за шагом, Громобой потерял былую уверенность в своих клятвах и в целом в правый крестовый поход. И когда они вновь собирались прошагать множество миль в надежде на благословение Всезнающего, он откололся от военных сил Ордена и отправился обратно в Амарак, тот самый город на утесах, где и находились жрецы Всезнания. Омни Найт нашел их и бросил им вызов. Никто прежде не смел высказывать подобной наглости, и на Громобоя набросились его же братья. Но сколько бы они ни пытались скинуть его с утеса Эмарака, его заклинания и злость были куда сильнее. И тогда на нашего героя пролился небесный свет. Тогда служители храма поняли, что Всезнающий избрал его, чтобы открыться. Отойдя прочь от избранного, они пропустили старейшину, чтобы тот открыл ревнителю дверь в их святая святых. Туда, где находился тот, кто испокон веков жил внутри скалы. Более того, тот, кто сам создал эту скалу бесчисленное множество лет назад, чтобы оберегать своих жрецов от опасностей внешнего мира. И тогда рыцарь все осознал. У него не было более никакой причины сомневаться в истинной вере Всезнающего. С тех пор паладин так и ни разу больше не усомнился в своем боге. Мы растворяемся во Всезнании! Давайте немного поговорим про жрецов Всезнания. Покровители этого божества являются первоклассными мастерами в исцелении братьев по оружию. И защита Всезнающего оберегает любого, кого Омни Найт называет друзьями. Что касается того, как вступить в данный орден на служение божеству. По преданию, только на высоком утесе Эмарак Всезнающий может одарить верующего священными видениями. Старинный и главный кузнец Эмарака хвастается, что он лучший в своем деле, но даже он может лишь восторгаться чудотворными работами предков, давно ушедших паладинов, кто одними из первых были одарены благом Всезнающего. Тот самый Иммортал Шлем и символизирует первых жрецов данного ордена.
Насколько вы знаете, паладины используют только свой молот. На этот счет также есть интересные факты. На всех молотах высечены руны, которые поддерживают силу божества в каждом оружии. И когда неверующие взглянут на него, их привычные устои меняются в пользу миролюбивой природы всезнающего. У всезнания есть к тебе серьезный разговор, Зус! Что касается молота Омнинайта, то он является действительно уникальным, и позже его стали именовать как «Окрыленный молот». Ведь сам Всезнающий спустился к его слуге в минуту сомнения. The All-Seeing One anointed this hammer, giving its wielder the strength to bolster their allies and crush their enemies. Вам наверняка интересно, как относятся к Всезнающему другие божества и герои битвы древних. У Марса позиция неизменна. Он намерен свергнуть всех старых привычных богов. This age of gods will soon meet its end. I had no quarrel with your worthless god, only with you. Из прошлого видео вы узнали, что несколько лет назад Омнинайт просил Луну в Розалисте, чтобы та уговорила Селимины объединить усилия со Всезнающим против единственного врага. Речь идет про чертогу Ристула, которым владеет Шаду Финт. The court of Ристул. But I cannot face this danger alone. With the combined might of Селимине and the All-Seeing One, we may have a chance. Those are problems of flesh and blood. Distractions, keeping attention divided from the real danger. Хеос Найт интересуется у Паладина, где на данный момент находится Всезнающий. Where is your omniscient one now? Ну а Бристлбэк, убивая Омника, произносит незаурядную реплику. Одним фанатиком меньше! Хоть и Громобой слышал это множество раз, он не винит неверующих, он лишь пытается им помочь. Бескожие близнецы. Наверняка вам доводилось мельком слышать историю двух братьев-божеств, но сейчас мы с вами поговорим более детально. Истекать кровью – это большая честь. Так мы даем жизнь бескожим близнецам. Блудсикер – это амбассадор бескожих близнецов. Стригвир – прошедший ритуалы охотник и самая настоящая гончая. Место, которыми заведуют братья-божества, именуется как Ксакатакль. И Блудсикер был отправлен с этих туманных вершин на поиски крови. Чтобы насытить близнецов, нужно поистине океаны крови. И эта империя давно бы опустела, не сумея жрецы вовремя доставлять пищу бескожим. И жизненная энергия любой пролитой ими крови тут же передается бескожим близнецам через священные знаки на их оружие и броне. Говорят, что в кровопролитном бою под их маской можно разглядеть облик самих близнецов. Я связан с бескожими клятвой крови. Блудсикер искренне называет свою родину удивительной и прекрасной. Она богата плодородными землями и чистыми источниками. Настоящий рай, созданный богами. Но за столь щедрое изобилие принято благодарить. И признательность бескожим близнецам можно выразить лишь одним способом. Наверняка вы догадались. Это изобилие крови. Драгоценная влага из вскрытых мною вен питает бескожих близнецов. Но если вы думаете, что только два брата-близнеца безжалостно требуют кровь со своих послушников, то это не совсем так. На туманных вершинах родины Блудсикера заведует демон, который подгоняет послушников того поселения, и имя ему Эсжок. Однажды жажда Эсжока стала невыносимой, и с каждой новой жертвой демон забирал все больше крови, предназначенной близнецам. И тогда демон вселился в Стригвира, и тот окончательно обезумел. Бескожие заметили, что Блудсикер становится неуправляемым, и тогда они очистили разум от вожделений Эсжока, и им пришло осознание, что они едва не упустили шанс вернуть своего лучшего охотника. Давайте углубимся в процесс жертвоприношения. Высшие жрецы Ксакатакля надевают эти браслеты, когда готовят подношение бескожим близнецам. И будучи преданы своей вере, они предлагают взамен самих себя. Обычно соглашаются все, но история помнит, как некоторые убегали, и их приходилось связывать. This is going to be fun! Oh, and when we're done here, tell the Flayed Twins I'm coming for them. Happy hunting! What I'll do to you is nothing to what I have in store for your masters! Дамы и господа, это была вторая часть про божеств Dota 2. Хочу еще раз отметить, только ваш невероятный фидбэк сподвиг на создание текущей линейки. Огромное вам спасибо за поддержку и ни в коем случае не останавливайтесь. Всех люблю и всех целую. Всем пока.